Долгий домой поворот направо, скобяная лавка в осенней спячке. Я табак всегда выбираю яло, мне до дому как раз не хватает пачки. Вот крупа, консервы, свеча из воска, продавщицы две на лицо похожи. Мать ворчит на дочь, что-то вертихвостка, дочь ворчит на мать, в смысле что-то тоже. Дочь ворчит на мать, что так тоже. Там все время пахнет соленой рыбой, я терпеть ее не могу, но вкусно. Отомление происходит, ибо я вхожу туда, а в желудке пусто. Приближается рыболовецкий сейнер, расправляя электрогирлянды цепи. Обязательно между горящих звеньев, мрак темней, которого нет на свете. Мрак темней, его нет на свете. Отправляемся через века и страны. В маяке пылает свеча из воска, я держусь за поручень из титана. В нем прорезано имя той вертихвостки. Порт морской превращается в остановку, тормозит автобус шипящим звуком. Я пришел домой, мне слегка неловко, перед скользким трапом подали руку. Перед трапом подали.